Датчин! Зачем будильник завел? Не помню. Ну ты гонишь. Не! Я завел эти часы 500 лет назад. Они идут секунду в секунду, уже целую вечность. Кто-то куда-то должен лететь. Но не я. И не я. Мы свое отлетали. О, вспомнил. Эй, малой. Греби сюда. Так, что у нас по молодежи? Колбасится. Да, надо промять вопрос. Так что, собирайся. А что я-то? Не, ну а кто? Так, так, что у нас за сосуд? Ага, ого. О, банка. Хвала глобализации. Там же тесно. Зато не скиснешь. Залезай. И помни, твой хозяин тот, я тоже лететь. Кто первый откроет банку. Сига, остальные по боку. Ой, слышь, что-то я забыл сказать. Иху! Отмечать будем. Не знаю пока. Сейчас чайник скипит. Да, у тебя всегда есть с кем отмечать. Так завидую тебе. Такая красивая. Все за тобой ухаживают. Да ладно тебе, ты тоже суперская. А парни? Ну что, парни, вот бы с парашютом прыгнуть. А, слушай, о, а поехали с нами в Индию? Давай, будет классно. Я не могу. Ну да. Хочешь? Все тебе звонят. Да никто не звонит. Алло? Алло, Ленок? Ну? Все в порядке. Самолет завтра утром, как ты хотела. Вау! Ты просто супер! Тут в дверь звонят, перезвони. На все 100%! Забудьте все проблемы! Угадали! Никто не звонит. Не весел.
что головушку повесил, а? Настоящий мачо. Никогда не подаст вида, даже если у него диарея. Сам ты мальчик. О, здорово. Юз, привет. Ну чё, плеера на базу нужны? А чё там сегодня? Туса, во. Да не решаем пока. Ну давай. Держи флайер. Горыш, да, удачи. Сейчас золото. Снегурочка. Спасибо. А ну иди сюда. Вот а чё я? Это газета, да. МК. Так, ну-ка дай. Зайдёшь, зачёт верну. А ну... Давай, давай, жду-жду. А, нам... а мы вот... Потом. А вы почему это не на семинаре? А мы к доктору идем. Как? У него живот болит. Да ты что? Ой, ребят, это же ужасно. Заразы столько, да еще этот птичий грипп. Ну ничего, я сделал вакцину очень хорошо, удачно, универсально. И против гриппа, и против САРС, все. Короче, у вас, значит, хвост по-английскому. Да, у вас три хвоста. Уточните предметы и придите на экзамены. Да, ребятки, жизнь идет, все, болеем, болеем. Достала эта сессия. Я ненавижу английский. Ничего, ничего. Да не тупи, Гуч. Лена Алпатская свалила из универа после второй пары. Кстати, за ней заехал крендель на нехилой Мазде. Ты-то откуда знаешь? Видел? О, спасибо. Ну что вы, не стоит. Мы работаем. Угу. Угу. Хорошо. А? Знаешь, кто это звонил? Кто? Они сказали, это гениально. С первым, да? Да. Складная, нарядная, стройная, приглядная, стильная, прикольная, словно птица вольная, страстная и жгучая, из девчонок лучшая, очень длинноногая, но с парнями строгая. Ла-лай-лай-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла. Ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну? Ла-ла-лай надо петь так. Ла-ра-ла-лай-лай-ла-ра-ла-ла. Вот так, чтоб качать! Хорошо, давай ты будешь петь этот припев. Я не буду его петь. Тут еще эта Индия твоя. Ты ведь еще хочешь стать звездой? Алло, зайчик, это я, привет. Да я это. Ты че, купил, что ли? Теперь знала. Коза. Алло, здравствуйте. Аиру можно услышать? Это Влад. Что просила передать? Гуч, у тебя рожа самоубийца. Не тупи, еще все получится. У толстого хат свободно. На. Кто это? Лена. Ты что, больной, что ли? Давай смелее. Только недолго, у меня денег мало на телефоне. И с подружками? С подружками приглашай. Ты... Алло? Да. Кто? Нет, сегодня вечером я не могу. А что ты делаешь на Новый год? Новый год? Причем здесь Новый год? Слушай, я завтра утром улетаю в Гоа, извини. Пока. Ну чё? Ну вот, в принципе, и все. Тупо. Пойдем. Куда? У Юса флайера забрать надо. Кто это? Да так, один придурок. А нечего раздавать свой телефон всяким придуркам. Вот придурки. Эдик, это просто мои однокурсники. Подумаешь? Я же тебе сказал. Никогда не называй меня Эдик. Хорошо.
Я же тебе говорил. А что ты мне говорил? Все нормально, погодь, сейчас все будет. У тебя всегда все будет. У меня всегда все будет. Mm-hmm. Всегда у меня все будет. У меня я всегда. Не знаю, что с тобой делать. А что ты хочешь со мной делать? Да. Здорово, Бубен. Клевый прикид. О, горячие финские парни. У тебя флэра еще есть? Только один остался, больше нет. Флэров не со слона, а куча. Я же тебе говорил. Да что ты мне говорил? Камелот. Соседка Толстого. Сейчас пройдем. Вольно. Здравствуйте. Как у вас дела? Здорово, отлично. А сам как? Ждяк! Свободен. Ага. Можно он тоже пойдет? А второй флайер наших друзей. Мы потом вынесем. Бледненький он что-то. Колбасня здесь не детская. Ух ты! Стоять! Пропуск. Пропуск? Это ж MTV! Анатолич! Мы в списке! Охрана! Охрана, прием! Ребята, прием! Ребята, прием! Пропускаем! Пропускаем MTV! Пропуск? Это наши пропуска. Спасибо. Да я не вам спасибо. Да не Петрович, а Анатолич, МТВ. Да не Петрович, а Анатолич. Кучко! Ку! Ты что ушел, да? Чем мы Толстому скажем? Отстань. Мы почти прошли. Да не хочу я! Кунь, что ты гонишь? Нас ждали! Ну вообще здорово. Влад, ну где тёлки? Я ждал этого момента целый год. А ты у Гуча спроси. Гуч, где тёлки? А чё ты его спрашиваешь? Он же лох. Кто лох? Толстый! Толстый либидо психа! У него одна голая албанская в башке. Остынь! Поесть этот козёл. Вообще-то скоро предки должны прийти. Я чувствую себя обманутым. Сейчас я позвоню твоим тёлкам.
что за фигня? А еще нормально. Ты что ли банку открыл? Да нет. Да. Побазарить надо. Милицию. Ты что, дурак? Садись сюда. Правила знаешь? Короче, я все могу. Видишь? Я все могу. Ну, чего желаем? Кролика не убивайте. Надо бороться. Я чуть не обделался, когда этот сбитый. Не телефон. По-любому. Холодно тут у вас. А вот сейчас бы в тепло. В Индии. Это мои друзья. Я без них никуда. Ладно, хорош, короче. Сейчас оттянемся. Иди сюда.
Да не ссыте, телепортируемся нормально. Становитесь здесь. Сначала по печени. По печени. О, смотри, а вон и молодой идет. Оба. Хари Кришна. Кришна Хари. Несет, несет. Как лебедушка летит. Ой, молодец. Вот так. Хари Кришна. Хари Кришна. Давай. Вот так. Ну что, давай порыгаешься. Как получились. Мани-мани! Уралмаш придет! Сейчас Уралмаш придет, и Гусь довольный будет! Уралмаш! Уралмаш! О, смотри! Мы чурегали думку! Давай, давай! О, смотри, Уралмаш идет! Опа! Здорово, Уралмаш! Смотри, Уфа. Уфа, у нас что-то с машиной. Угнали точилу. Нифига себе. Одна аптечка осталась. Thank you.
какой-то. Надо завтра номер поменять. Слушай, давай постелим тебе на кушетке, а я лягу на кровать. Нет, если хочешь, я могу на кушетке. Ты что, не ешь? Здесь же все надо кипятить, мыть. Это же Индия. Сцепление выжми. Радиус большой взял. Хорош! Жрать охота. Масло подай. И работает. Ты мне его сломал. Ну, выброси его. Между прочим. Это я Толстому посоветовал купить эту шпанку, где ты жил. Так что ты мой. Че, правда? По-любому. Да, а деньги? Мои. Значит, ты мой тоже. А Гуч? Да он лох. Ему это не надо. У него одна лопатская в башке. Да мы с тобой фиг делов замутим. Весь универ обделается. Слушай. А ты правда все желания исполняешь? А давай ты сейчас покушаешь, и мы начнем, а? А как же Гуч? Он же банку открыл. Да ладно? Надо подумать. Пойдем, искупаемся, что ли? И на тебе ты толстый! Ты вчера обещал, что можем к Лене поехать. Ты меня вчера с Валиной достал уже. Яблоки же подарил. Если я что-то обещал, значит, сделаю. Гостиница «Парадис». Дай номер напишу. Бери машину и приезжай с ней сюда. А мы с ребятами позагораем.
Я водить не умею. Уже умеешь. Слушай, а правило? Правило одно. Коров не дави. Любовь. Звать-то тебя как? Зови меня Джин! Как? Джин! Оглох, что ли? Ну что, этот уехал? Кто уехал? Короче, чего желаем? Ну, разного желаем. Ха, разного, разного. Полюби меня за разного. Ну, теперь немного удовольствия. Да-да-да. Hello? Привет. Hello. Привет. Where are you from? Вы откуда взялись? We are from Russia. Из Москвы подъехали. Тут у меня парни желают удовольствия. Guns, Толстый, Джо. Влад. Массаж нон-стоп. От колбасти. И с огоньком. Вахтан. А. Угостись. Ты в институте учился? Да. В Краснодаре, на заочном. А какой факультет? Ботанический. Чё? Я не могу уже. Ты чё электроник ломаешь? Ты сдурел, что ли? Ну как ты мог забыть фотоаппарат? Ты опять ешь это яблоко? С завтрашнего утра будем бегать. И все кипятить. Угу. Когда будешь принимать душ, я прошу, не пей воду и не писай. Я пользуюсь вот этим. Марганцовка. Пошли купаться. Я говорю, ты сама. Освежиться не желаете? Никогда не предлагай мне напитков в банках. А вот мороженого можно.
Да, это я. Чего у нас по молодежи? Да я в непонятках. Что-то я подвис. Да. Мы вспомнили. Желание хозяина придется исполнять все. Ну да, нормально. Пока тебе не скажут. Свободен. Свободен? И ты будешь свободен навсегда. И не вздумай пить из банки, а то останешься. И еще. У меня батарейка садится, я перезвоню. Ну чё, проникся? У него батарейка села. Гонит. Так, Чапай, вот эту фигню засунь себе. Хорошо? Ага. Давай, держи. Ну давай, 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 шевели помидор. Доброе утро. Бомбей, этот пионер украл у нас тачку. Подожди, подожди. Привезли куб. Аж мешочки. Спасибо, Уфа. Опа, держи. Какая прелесть, опа. Иероглифы. Как звать, Малаксат? Ты что с ним делать? Что делать? Так может, попечь? Попечь? Жванье. Иди домой, малец. А ну-ка, беги, беги, я ворон! Домой, давай! Тихо, тихо! По печени ему. Такой клевый парень прошел, а ты не взяла у него номер телефона. А как я его возьму? Он так быстро вылил на тебя кофе. А я влюбилась.
Еще билетик, пожалуйста. Чувачок, смести. Простите, что происходит? Guys, I don't understand your movement. Парни, что за фигня? What? Пардоньте. Ро. Братишка. Maybe you're a mistake. Ты не ошибся? You are a strange man. Странный господин. Maybe you are a mistake. Че, не въехал? You look like a bull, you know that? А че сразу в бычку-то? Who are you in natura? Под кем ходишь? It's better for you not to know who I am. Расслабься, чувачок. Наверное, из голландской бригады. Да ладно, вроде первым подошел. Ача-баба, ача-баба. Can go to Paradise Hotel. Простите, как мне попасть в гостиницу Paradise? Love. Что за пара? Love. Да нет, любовь. Yeah, love. Да, любовь. My love is beautiful. Моя любовь прекрасна. Love is always beautiful. Любовь всегда прекрасна. To be or not to be? Чего делать-то? Be. Не пальцем. Why? Почему? Love. По кочану. Love? Любовь? Yeah, love. Да, любовь. And peace. And peace? And peace? And peace and love. Да, and peace, and peace. Green and peace. Love. And love forever. Любовь и миру мир. А. Знаешь, что хочется? Че? Денег. Миллион. Ты че толстый? А что? Миллиард! О, у меня мечта. Увидеть миллиард долларов. А, Джин? И девок. По-любому. Вон миллион. А вон миллиард. А вон девки. Эй, Джин! Да, Джин! С хозяином-то наш лопухнулся. Есть немного. Тачка-то воровна. Ну и что? Знаешь, таких сколько? Каждая вторая. Мог бы и сказать. Да ладно, расслабься. Ты обещал мне отправить к Лене. А ты что думаешь, она тебя ждет? Да она вообще не знает, что ты есть. Ты для нее никто. Приключения закончились. Возвращаемся домой.
отлично. Значит, остаемся. Слушай, я на минутку. Иди, я тебя догоню. Ага. Я остаюсь. Привет. Привет, я видела тебя в машине. Я ехал за тобой. За мной? А как же ты тут очутился? Прилетел по воздуху. И я. Здесь тепло. И так красиво. Я хочу подарить тебе танец. Танец? Еще один! Вау! Буч, тебе надо выступать! Зина, бабки. Как звать-то тебя? Зови меня Джи. Джи. Следующий. Сегодня ночью у нас украли большую сумму денег. И мой бриллиант в форме куба. В версии айсберг, что молчишь? Уфа, бомби, в натуре, это не мы! Да ладно, залетный подрезали, что ты говорить ты? Вчера вечером на пляже была устроена вечеринка шумная.
Так. Неизвестными. Так. Сольёт, вот фотографии. Сольёт. Может, на них да. что-то и есть. Так, интересно. Далеко пойдет мальчик. Я же говорил по печени. Айсберг! Уфа! Немедленно! Немедленно взять их и сюда! Джин, а где Влад, ты толстый? Да не парься ты. Все ништяк. Джин, а как у тебя все получается? Вот это вот автомобили, деньги, бриллианты. Хочешь пирожные, хочешь мороженое. Закон сохранения материи. Mm-hmm. Вот смотрите. Если в одном месте что-то пропадает, то в другом появляется. Достаточно переместить сущность, а материя сама покинется. Ой, ну ты лучше покажи. Да легко. Вот камера. Если я ее... Ну, сними нас, сними. Где моя камера? Я отдала за эту камеру косарь баксов. Вызывай полицию. Никого сюда не пускай. Так ты вор, что ли? Здесь могут остаться следы. Леди, I found your camera. Спокойствие, только спокойствие. Подождите. А как же вы тогда здесь оказались? Где Лена? Так ты нам сейчас расскажешь, как раз где Лена. Папиросы есть? А кто вы? А мы друзья твои, Ставр Годинович. А где она? Ну, вещи ее здесь. Значит, скоро будет. Входи, входи, не стесняйся. Посидим, подождем. Садись. А. Вот. А, я тут приболел. Да? А что с тобой? Меня здесь не было. Ну, у нас как раз для тебя и доктор есть. Док. Аптечку. Так, так, так. Гомеопатия, слыхал? Грибочки. Вот. Принимать перорально. Одна грибочка. Волосами какими-то. А вот вторая грибочка. Давай, 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 давай. Вот. Ты, а что ты там в компьютере? Что ты с нотами, что ли? Так ты еще и музыкант? Угу. Так спой что-нибудь. Слушай, у нас Уралмаш. Знаешь, как русские песни любят?
Очень-очень люблю. Очень замерзал я мсик, люблю. Понял? Я это не умею. Ты пой, как умеешь. Сосать и не глотать. Уфа, в натуре опять машина нет. Что делать-то? Ну что делать? Ну что делать? Один раз случайно сяду. А второй раз надо попечь, не может. Второй раз они меня не отпустят. Так что приказываю тебе оградить нас от всех неприятностей. Да не парься. Все нормально. Спасибо, Джон. Две недели ты будешь не нужен. Мы отдохнем с Леной, а потом встретимся здесь. Так что ты свободен. Свободен? Ну да, свободен. А ты можешь повторить еще раз, но только помедленнее. Свободен! Отлично. Давайте прощаться. Иди в машину. А че, нормально. Две недели ты нам будешь не нужен. Ага. Приказываю тебе оградить нас от бед. То останешься. Я GM, я всесторонний, всемогущий, тем не менее. Я не гоняю стаи туч, я занят делом важным. Уж мне поверьте, я прожил на этом свете целых 7 тысячелетий. Я-то знаю, в чем люди видят свое счастье. Это большая куча денег и еще больше власти. Я это чувство с ними разделяю отчасти. Но дело в том, что не в этом счастье. Но есть другие чувства, они сложнее и гораздо нежнее. Вам должно быть виднее, но только джинны лишены их со времен Нефертити. Знать хотите до конца? Тогда замрите. Эти чувства приближаются ударами грома, когда ты сходишь с ума и убегаешь из дома, когда волной бежит по телу неземная истома. О, горе мне, мне это чувство незнакомо. Приехали. Ну и что мы теперь будем делать? У тебя вот это было в волосах. А у тебя вот это. Угу.
А. Ну вот, в принципе, и все. Ты его даже не знаешь, что ты священное животное. Уралмаш. А. Ты в прошлой жизни кто был? Слон. Везет. А я вот кальмар. Ну и как? Не знаю, как ты. Бомбей был обезьяны зато. Это похуже. Он хлебанул из банки. Его на любовь пробило. Да ладно! Не парься, у него в запасе желание. Вернется. Подходи по одному. Вот ты что привез, хорошенький. Мокроватый улов. Свободен. Так. Шевелись, шевелись, доходяги. Падла, ты мне весь астрал обломал, все течение вселенной замутил. Козел, козел, вижу объект, козел, вижу объект, козел, готов к цели. Готов база, к цели, база. Разрешаю вылить ракет. Значит, говоришь, Джин, все может. Ничего, ничего. Огонь. Да, 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 да. Хороший улов. Молодец, иди. Ты мой маленький. Такой здоровый мешок прибыл. Есть! 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 Нашел. Ну вот. Мама мало кормит. И все, мальчики? Это и есть это заклинание. Не уверен, что правильно. А у тебя очень была жарко. Не уверен, что перевод правильный, но надо попробовать. Что значит? Не уверен. Ничего. Что значит? Не уверен. Что значит? Не уверен. Маловат радиус действия. Надо быть непосредственной близости рядом с ним. Что значит не уверен? Это будет мой день! Боже мой, какие ангелочки. Уфа, смотри, как птичка-то прибила. Ромаш, ты смотри, чтобы наши ангелочки не улетели. Ку-ку, детки, ку-ку, птенчики, подъем! Нежненькие. Ну, тихо, 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 тихо. Какие гости! Быть этого не может. Ля-ля-ля. Милости просим. О, Гучков. А, здорово, книга.
Привет. Привет. Барышню. А Джин-то где? Оба. Я сейчас только развяжусь, я тебе покажу, где Джин. Уберите оружие. Понял меня? Бомби, развяжем. Я ж тебе говорил, он псих. Хочешь? Чего? Толстая на тебя плюнула. Развяжите их. Ра-та-там, ра-та-там, ра-та-топ. Каравай! Хопа! Велкам! Смотри, Бомбей! А вот и камушки. Наши кубики, деньги-рублики. А где наш дружок Джин, а? Не понял. Куда? Стоять, так, я убью! Сука! Достали, болваны! Без кубиков не возвращайтесь! Чё, думаешь, достанут? Эти? Нет. Уфа! Буба! Немедленно в воду! 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 А ты что подвис? Все немедленно в воду! Чего? Все-таки кальмар. Дина! Дина, присмотри за ними! Куда ты побежал? А ты что стоишь? Все ищут кубик! Ах ты, маленький негодяй! Мальчик, не трогай ничего руками! Лена! Достал этот гражданин. Это все Бомбей. Он плохой. Я вышла замуж в 14 лет. Ищут эти. Угу. И нас тоже. Из-за этого сюда приехали. Но они же хотят завладеть тобой. Сможешь выполнить желание? Не. Ты сказал, что я свободен. Ну так нечестно. Ну, пожалуйста. Ты же Джин. Только последний раз. Спаси наших друзей, отправь нас всех домой. Прямо сейчас. Хорошо подумал? Да. Так, давайте, становитесь сюда. Друзья! Друзья! Давайте фото на светлая память. Делайте нас, окей? Так. На улыбочку. И вываливаемся из кадра. Ну. Оп. Еще разок. Джин, давай к нам. Иди сюда. Блин, солнце яркое. Сейчас иду. Да. Сори, сори. О, а давайте в костюмах ковбоев. Давай. Точно.
Так, Джин, я не понял. Да ладно, извини, увлекся. Мне 7000 лет, сам понимаешь. А у вас все супер. Хорош прощаться. Пора исполнять последнее желание. Смотри, твоя соседка. О, камелот. Колбасня будет не детская. По-любому. Момент аморе, момент аморе, момент аморе. Сарафсу и бутон, урушки, рохи, у. Инги, моро, тонион, аят, аме. Гамон, аямон, амон, аят, хамон. Иди домой. Иди домой. Thank you.
Пис. Ну что, конец? Пис. Да, конец. Любовь моя. Бомби. Паш, ну мастину не любовь. Погнали. Что выходит? Ласты склеим. Ну, типа. А что на земле реально? Как его? Прикольно? Да, я уже не помню. Чё, простыл? Да нет, нормально. Где-то теперь его носит. Эй, Джин! Ну и где ты? Я же нормальный человек. Абсолютно. Клёвые педали. А ты бы могла меня полюбить? Ну, конечно. Может, попробуйте вот этот? Смешной такой. Молодой человек, а деньги? Деньги? Внимание всем постам. Последняя партия. Уфа, Буба, Айсберг. Как слышите меня? В случае чего огонь на поражение. Да! Собрать миллиард долларов – это не детская заморочка. Да, все надо пересчитать. Да-да, денежки, деньги, рублики. Ты ваш миллиард, я финансовый директор. Стругнули. А я деньги принес. Деньги? Спустился к нам в понедельник, мудрецом с высокой вершины, тем, кем был.
зови меня Джим. Зови меня Джим.